Министр иностранных дел Турции призвал Армению не уклоняться и быть искренней в вопросе нормализации отношений. «Мы искренны, видим, что и Азербайджан искренен». С такими словами Мевлют Чавушоглу выступил в заключительный день 13-й конференции послов. Процесс нормализации отношений с Арменией идет должным образом. Предприняты некоторые шаги. Этот процесс продолжается в координации с Азербайджаном. В Армении это вызывает некоторую обеспокоенность, но мы демократичная страна. Каким бы двусторонним ни был процесс нормализации, нужно, чтобы мы все предприняли шаги для стабильности на всем Южном Кавказе. Кроме того, Мевлют Чавушоглу подчеркнул позицию Турции в отношении территориальной целостности Сирии. Он отметил, что Турция ведет борьбу с терроризмом и охраняет свои границы. Цель террористических организаций ЕПГ и ПКК – разделение Сирии. Турция всегда была за территориальную целостность Сирии и борется со всеми сепаратистскими явлениями в этой стране. Чтобы предотвратить расчленение, в Сирии должна быть сильная администрация, воля, которая может доминировать в каждом уголке ее земель, может быть достигнута только через единство и солидарность. Комментируя вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО, министр добавил, что эти страны еще не выполнили свои обязательства, указанные в трехстороннем соглашении. Анкара желает увидеть конкретные шаги со стороны этих двух стран, резюмировал глава внешнеполитического ведомства. Он также отметил, что идет процесс по нормализации отношений с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Наряду с этим Турция намерена предпринять аналогичные шаги и с Израилем и Египтом. Самир Арзаева, CBC.